Джейлан, где ты? Джейлан? Добро пожаловать. Ты что, открыла газ? Не трогай ничего. Это был наш дом. Наше гнездо. Ты говорила, что мы свободны от всего. Что мы свободны. Джейлан, дай мне зажигалку. Не подходи. Теперь нас нет. Нашего дома тоже. И если не сможем жить, то умрем вместе. Брось это! Нет! Не трогай! Не трогай! Я не могу без тебя жить, Коркут, слышишь? Пусти! Пусти! Садись, приди в себя. Зачем ты вытащил меня оттуда? Джейлан, ты до сих пор бредишь. Ты что, хотела, чтобы мы взлетели на воздух? У меня сердце горит. Сердце горит огнем от любви. Я и так умираю медленной смертью. Никто еще не умирал от любви, Джейлан. Умирают в авариях, от болезней, на войне, от пули. А от любви не умирают. Ты издеваешься надо мной? Ты же любил меня. Тебе ничуть не больно? Я привык. Отныне я не страдаю. Ведь меня бросают не впервые. До тебя было ослы. Она тоже променяла меня на другого, ушла. И те, кто был до нее, прежде всего мои родители, видя все это, человек, оказывается, привыкает. Даже сердце не болит. Не бойся, твои мучения тоже скоро закончатся. Закончатся? Привык он. Что ты за человек такой, а? А? Я была готова умереть ради тебя. Мама была права. Кто я такая? Одна из многих. Пусть Аллах покарает тебя.